Да чего родители чайки терпеливы. Вот. Так, где-то вот один родитель, вот второй. Уже третий месяц ежедневно они птенцов ведут охрану. Вот и я. Хотя ума я у дела моего по привитию людям понимания пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Нет перспективы, и самолетиков в небе нет. До своего конца с пословицей великой этой снимать клипы не перестану, потому что делаю, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.